Ми повертаємося до вас. Наш гість, нагадуємо, український екстрасенс-медіум Максим Гордієв. Максим, можна таке, можливо, надзвичайне питання. Чи звертається до вас напередодні Нового року або на початку Нового року українські політики, можливо, люди, які сьогодні дійсно відомі, українські зірки? Якщо прослуховується? Я вам скажу так, очень-очень много людей, которых я веду по жизни. То есть они спрашивают какой-то там вопрос. Это очень, для них выгодно, потому что когда они спрашивают что-то по бизнесу там или по каким-то определенным вкладывать это, сделать вот это, ехать туда или нет. И когда ты им не говоришь конкретно, да, ты говоришь, ты должен поехать вот туда или ты не должен поехать. Так. Ты им говоришь, что будет вот это, будет вот это. И я никогда в жизни человеку, когда я с ним работаю, не даю вот этого, знаете, вот гадательного такого. Вот, ничего когда... не будет. Нет, это не надо. Вот это там. Я никогда за человека не решу. Это его право. Хотя очень многие так и хотят, чтобы, знаете, опять же, политики, опять же, звезды, чтобы пришли они себе. Буде або не буде. За них все, поводили ручкой раз-раз-раз, все. Я человек, как, скажем так, таролог, психолог, да, я стараюсь человеку помочь, помимо карт, да, я помогаю человеку еще объяснить, как это исполнить реально в жизни. Потому что очень многие экстрасенсы сидят такие, говорят, будет вот это, может, не будет, а может, то есть водная вода. Человеку нужно помогать, он для этого тебе приходит. Поэтому в первую очередь нужно всегда человеку помочь сказать, так, без паники, будет вот это, но если ты сделаешь вот это, этого не будет. Допомагає? Кажуть спасибо. Помогает, и мало того, что, спасибо не все говорят, скажем так, потому что, у нас спасибо, к сожалению, это такое дело. Вот. Так. Но, тем не менее, я радуюсь, что люди больше ко мне не приходят. Почему? Это не потому, что там я плохой профессионал, нет, потому что у них все хорошо, и все налаживается, и все идет по жизни. И я бы даже многим нашим советовал людям не ходить все-таки к экстрасенсам, потому что, я объясню почему. Затягивает. Затягивает, это мягко сказано. Очень много ко мне приходят с историями, опять же, те же политики, у которых есть деньги, которые могут себе позволить, им обещают там за 20 тысяч долларов, за 30 тысяч долларов, сделать там какое-то там, что они там выиграют, что они победят на выборах, что они там, в общем, все у них будет хорошо. Ну и в итоге, соответственно, что ничего не происходит. И потом они же звонят, говорят, почему ничего не прошло? Он говорит, ты мне сюда больше не звони. Потому что мало того, что я тебя еще сейчас прокляну. И вот это люди на это все ведутся. Они реально думают, что вот все, теперь я вот лучше эти деньги не заберу. Мне это не надо, то есть я лучше в полицию не напишу. Но я вам скажу так, я очень часто работаю по международным, скажем так, местам. Ездию на заработки, в кавычках. Но был такой у меня клиент с Литвы, который рассказывал, что он заплатил ясновидящие 666 тысяч евро. И для меня... Такі ціни люди віддають, аби їм спрогнозували. Це політик, дуже відомий литовський політик. Він віддав ось таку велику суму грошей. І я кажу, а як це ви повернете? Вони кажуть, це буде огласка, це буде скандал. У них по цьому плану дуже скритні, вони дуже люблять, коли менше глаз, менше... Тобто, коли я приймаю подобних людей, політиків, зірок, опять же, є навіть у мене дуже відомі зірки і російського, шоу-бизнеса, да, и они, конечно, любят, чтобы все было очень закрыто, закрытое помещение, закрытое, там никого не было, только чтобы я, никто не чтобы не я лично встретил, да, чтобы никто не увидел, конечно же. Если про добрые події, у 2018-му с 2 по 25 лютого українська збірна буде приймати участь у зимових олімпійських іграх. Какое? Прохання. Давайте подивимося, чи наші українці спрогнозуємо. А ми прямо з вами, можливо, представляєте, прямо от зараз онлайн посмотрим. Аби вони, можливо, чи привезуть якісь достойні місця, медалі. Прямо от я хочу, щоб ви мені допомогли, тому що ми з вами просто сьогодні гармонія. Ми за них подумаємо. Так, мы, значит, за них давайте подумаем, и, конечно, в позитивном моменте это в любом случае подумаем. Аби український гімн красиво звучало на Олимпийских играх. Хочется, это очень красиво, на самом деле. Когда красивые ребята, когда это прям же мурашки по коже идут. Так, давайте, мы возьмем только одну карту для того, чтобы не сильно задерживать эфир, и там рассказывать это на полдня. Добре. Вы мне поможете найти эту одну карту. Вы будете сегодня выбирать, скажем, судьбу наших спортсменов. Выбирайте колоду. Эту или давайте эту? Вот эту, отлично. Эту мы убираем. Теперь снова тасуем колодку и снова раскладываем. Я уже представляю, как их встречают журналисты, и они скупают медалей. Давайте.
Это именно пророчим. Так, следующее. Так, здесь, конечно, процесс такой интересненький. Так. Еще? Конечно. Так, отлично. Давайте вот так сделаем. Все перевертать? Давайте одну выбирайте. Все. Вот эту. Теперь последнюю выберите, пожалуйста. Вот эту. Ну, давайте смотреть. Давайте. Ну, вот она, карта умеренности. Я не скажу, что будет какие-то прям сверхсвершения, но, тем не менее, не будет и позора. Они, вот скажем так, будут держать достойное имя Украины. Это однозначно. Им абсолютно нужно расслабиться. И вы знаете, что для меня самое интересное в этой карте? Что вот на груди здесь какой-то определенный знак. То есть с медалями, с золотом они таки приедут. И вот эта карта символизирует число 14. Возможно, это будет число связано с количеством золотых медалей, я надеюсь. Будемо сподіватися, і ми їм щиро цього бажаємо. Очень-очень сильно, так. А якщо знову повернутися до нового року, Різдва, Різдво – це чудо. Як людині потрібно навчитися вірити в чудо? Що потрібно робити? Якщо вона, можливо, щось починає робити, але не все виходить. Механізм. Ви знаєте, від вас, як від екстрасенса, мама. Найцікавіше в цьому всьому ділі – це, звісно ж, віра. Вот вы говорите верить в чудо. Люди сейчас даже не верят в свои способности, в свои силы. Вот во что они не верят. Они не верят никому вообще на планете Земля. Они очень все стали закрыты. У нас есть наш телефон, мы смотрим туда, там разные социальные сети, да, и вот там вот все ныряют вот туда. К сожалению, люди перестали... Мы же там живут. Да, перестали видеть. Я не скажу, что я там лукавлю, я там не один из них. Нет, я один из них, причем еще один, может, самый ярый. Поэтому я не буду лукавить. Но я на самом деле параллельно занимаюсь духовными практиками. Духовные практики, нет в них ничего зазорного. Люди, которые верующие, они прекрасно... Боже, какая картинка, простите, пожалуйста. Что? Прямо аж настроение поднялось. Люди, которые верующие, они тоже могут заниматься духовными практиками. Духовность вообще в человеке, она должна присутствовать. Очень многие люди потеряли эту духовность из-за того, что у нас, священники, которые берут на руку себе там деньги, потому что сейчас все только за деньги. Б, люди, которые их окружают, постоянно их предают. И люди в этом плане, они начинают, как, знаете, как в кокон вводиться в такую и ждут, пока что-то произойдет нереально. А ничего не произойдет, пока нет веры. Очень четко, если вы хотите вот совет от меня и от нашей космической вселенной, которой я пользуюсь. Во-первых, делать абсолютно все то, что вы считаете нужным в данный момент, прямо сейчас. Если у вас в голове появилась такая мысль, а не уйти ли мне с этой чертовой работы? Если это появилось, значит, тогда ваше подсознание с вами разговаривает. Уходите. Вот прямо сейчас. Вот берите и уходите. Не надо ждать и думать, а может что-то произойдет лучше. Не произойдет, потому что вы будете четко находиться в этом состоянии постоянно. С вами разговаривает Вселенная постоянно. И если люди, которые это не слышат, они просто-напросто, ну, игнорируют это по сути. Вот это вот первое, что вам нужно сделать. Второй момент – это постоянное углубление в себя. Понять себя, принять себя. Полюбить себя, подойти к зеркалу и сказать, я вот красивый, ну, человек, ну, почему нет, почему... Простите, отвлекся. Я красивый человек. Почему я должен на кого-то реагировать? Почему тысячи людей, которые вас окружают, скажут, ой, у тебя не получится? Да, это... Ничего не выйдет. Это не выйдет. Навіть наберись. Да, даже не... Ну да, вот мне когда-то так же сказали, когда я занимался музыкой, мне сказали, Максим, эзотерика? Ну ты что, смешной какой-то? Ну куда ты лезешь? Это же не твое. Ты же просто-напросто, ну, там, себя потеряешь. Ты же станешь каким-то магом. Я вам скажу так. Я каким был Максимом, таким, ну, собственно, и остался. Ничего во мне сверхъестественно не поменялось. Я только стал собой. Поэтому очень важно принять такого, какой ты есть, и заниматься наконец-то тем, чем ты хочешь заниматься. И тогда у тебя абсолютно все сбудется. Потому что люди думают, что мечты — это всего лишь сказки. И это говорится с каждого уголка, с каждого телевизора. А мы сейчас скажем с нашего телевизора, что в сказки нужно верить. И верить реально чудеса в чудеса. Здесь, конечно, да? Они происходят с нами каждый божий день. А просто они очень маленькие. И люди их за чудеса уже не считают. Потому что публика у нас какая? Балованная. Им если чудо, то тогда давай луну там с неба. И то же самое люди стали такими. Вот, опять же, можливо, десь так приходят так. Ко мне клиентки, которые говорят, вот он мне не уделяет внимания. Я говорю, что, ну купил какое-то кольцо мне. Какие-то цветы. Ну что это, внимание?
Ну, як вам сказати? Тобто потрібно бачити і відчувати все, що навколо нас здійснюється. Це дуже важливо. Наостанок хочеться вас попросити, щоб ви побажали українцям у 2018 році те, чого хочете побажати. Ой, ви знаєте, я завжди, коли жила, я як жила і собі. Мне сейчас уже 30 лет, и я уже сейчас начинаю говорить о том, что да, если раньше там деньги, там слава, то сейчас здоровье. Я сейчас это реально начинаю понимать. К сожалению, 30 лет, ну как же, здоровье, реально здоровье. Я вам скажу так, вот не будет здоровья реально вашего внутреннего, так. Причем я говорю не про здоровье физическое, я говорю духовное. Про духовное здоровье, что вы должны четко понимать, что с вами происходит, что все будет хорошо, и Вселенная над нами всегда рядышком возле нас, это очень важно. Конечно же, я хочу пожелать, чтобы люди наконец-то себя начали реализовывать, открываться какие-то новые, необычные вещи. Почему, например, если наши американские, да, коллеги такие своеобразные, они всегда раскрывают человека, они всегда поддерживают и говорят, вот, у тебя все получится. Это всегда, эта толерантность, она истина, искренняя. Скажем всем, все будет доброе. Да, у 2018 году. Абсолютно. Ми приєднуємося до побажань Максима Гордєєва. Не перемикайтесь, інформаційне мовлення триває на Бостіві. Мой брат сказав, однажды мне.